Победители конкурсов групп. Они – организаторы многих благотворительных проектов для детей и ветеранов. Они – лауреаты всероссийских студенческих олимпиад и весны студенческой. Это они организовали фестиваль «Это мы помогаем людям». Они – это лучшие студенты факультета социального образования. Вас поздравляют лучшие выпускники факультета 2011 года – Бобырина Александра, Коврина Александра, директора креативного агентства «Город событий», и Резенкова Екатерина, социальный педагог школы номер 130. Торжественная музыка, прям торжественность чувствуется. Уважаемые и дорогие наши выпускники факультета социального образования, мы помним вас еще совсем маленькими-маленькими, когда вы пришли на первый курс, в «Чайку» приехали. Прям малюсенькие-малюсенькие. Сейчас вы такие окрепшие уже, серьезные выпускники. Будущее прям наступает. Вот, поэтому мы желаем вам всего самого-самого лучшего, чтобы вы не забывали родной факультет, не забывали то, чему вы научились в этих стенах, и прямо от всей души мы вас поздравляем. Я буду немногословна. Как человек, который работает по профессии, хочу вам сказать, не бойтесь идти и работать по профессии. Там никто не кусается, там очень хорошо. И помните, что это мы помогаем людям. Счастья вам, здоровья, карьерного роста и всего-всего самого лучшего. А я чуть-чуть с юмором. Желаю вам высокооплачиваемой работы, ну или по специальности. А мы приветствуем лучших выпускников факультета социального образования. Макаров Олег. Лауреат весны студенческой, именной стипендиат, волонтер. Киселева Ксения. Участница международной научно-практической конференции, именная стипендиатка. Лазарева Елена. Лучшая староста факультета, журналистка газеты «Молодой учитель», именная стипендиатка. Бондарец Алена. Вожатая ВДЦ «Орленок», исполняла обязанности заместителя декана факультета по воспитательной работе. Пирсова Елена. Победитель олимпиад, активистка факультета, участница весны студенческой, победитель лауреатного конкурса, литературного конкурса «Я люблю тебя, Челябинск». Сущик Анастасия. Организатор фестиваля «Это мы помогаем людям», победитель олимпиад и конференций. Макаров Антон. Участник Всероссийской студенческой олимпиады по социальной работе, участник сборной команды факультета по волейболу и баскетболу. Моцная Надежда. Профсоюзный лидер факультета. Ожегова Анна. Вожатая ВДЦ «Орленок», лауреат «Звезда студенческой», именная стипендиатка правительства Российской Федерации. Нургалиев Алпамыс. Участник Всероссийской студенческой олимпиады по социальной работе, участник сборной команды факультета по волейболу и баскетболу. Сидорова Кристина. Именная стипендиатка, победитель олимпиады по социальной работе в Москве. Мы просим вас встать для общей фотографии.